Алло, да, Дамик? Я около заброшенной школы. Тут зомби-аномалия. Что? Кто? Монстры из аномалии. Приезжай скорей. Спрячься куда-нибудь, я сейчас приеду. Хорошо. Он же был где-то здесь. Дамик! Ну где же ты, Дамик? Мам, я тут. Дамик, с тобой все в порядке? Да, в порядке. Бежим в машину. Летние каникулы закончились, а это значит, что я вернулся. Если у тебя кнопка подписаться еще красная, то скорее жми на нее, чтобы она стала серой. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Погнали! Алиса, какие сегодня новости в городе? Известный охотник на монстров открыл в городе монстр-парк, где представлены все отловленные им виды монстров. Посетители парка могут увидеть их вживую. Пап, ты слышал? Слышал. Алиса, скинь, пожалуйста, геопозицию этого монстр-парка. Ссылка отправлена. О, все, Дамик, погнали. Ну что, Дамик, куда пойдем? Прямо или направо? Давай прямо. Пошли. Да, мрачноватый, конечно, какой-то парк. Заброшки тут какие-то. Угу. Что-то нет никого, Дамик. Ага. Ладно, сейчас, может, кто-то здесь будет. О, а это кто? Пап, это, походу, сиреноголовый. Только он мне раньше казался намного больше. Ну, слушай, они же разные бывают. Пойдем дальше, ладно? Пап, это, походу, заброшенная площадка. Может, там есть горка-пожиратель? Ага, горка-пожиратель. Пойдем. Пап, почему тут клетка стоит? Наверное, там кто-то опасный. Пойдем посмотрим. Yeah.
самый опасный из аномальных монстров. Ага, пойдем дальше. О, пап, это что, Cartoon Cat? Ага, походу приручили киса. Пойдем. Ну что, кто тут еще есть? Кого мы еще не видели? Как ты думаешь? Там длинные ноги там, может, есть. Думаешь? Не знаю, или так. Подожди. А это что за заброшка? Там что, хаги-ваги? Пойдем посмотрим. Может, и хаги-ваги, кстати, мы их еще не видели. Ноги. Смотри, она отдыхает. А, ну ладно, пойдем, пойдем, не будем ей мешать. Блин, пап, что-то я устал. Давай на лавку присядем. Давай посидим, отдохнем чуть-чуть. Прикольный, конечно, этот монстр-парк. Согласен. Да, конечно, такое еще никто не придумывал. Да, это Crazy Park. Ага, мы еще не всех тут монстров посмотрели. Ага. Кстати, если вы хотите продолжение, и чтобы мы сюда опять вернулись, пишите в комах. И подписывайтесь на канал. Пап, пап, пап! Поехали в лес, быстрее, вставай! Дамик, какой лес, ты че? Короче, пацаны из школы видели зомбаков в лесу. Дамик, какие зомбаки? Че ты еще в сказки веришь? Я лично видел, Леха на телефон записал. Ладно, поехали, заодно прогуляемся. Ну и где твои зомби, Дамик? Они сказали, что видели там, в лесу. Ну пойдем туда еще посмотрим. Да нет здесь никого. Пап, ну я же тебе говорю, надо прямо туда. Пойдем. Как-то страшновато. Да, я не думала, что это страшно там. Что это там? А, это белка. Пойдем дальше.
Бежи! Да ну нафиг с твоими этими самыми лесами. Пойдем домой.